таком виде жители улицы Ружейная в Имеретинке этот многоэтажный дом сегодня видели в последний раз. Данный объект признан незаконным, подлежит демонтажу. Судебный пристав озвучивает застройщику решение суда снести полностью достроенный и уже даже с внешней отделкой дом. Все дело в том, что построен он на земле, которая предназначена для частного трехэтажного строения. По иску администрации запрет на строительство судом был наложен еще на стадии первого этажа, но здание продолжало расти и выросло в пятиэтажку с превышенной на 226 квадратных метров площадью застройки. Нашим застройщикам незаконным было предоставлено право самим снести то, что они построили. Они этого не сделали, поэтому администрация города вновь обратилась в суд и попросила изменить исполнителя по сносу. В чем суд нас удовлетворил? И сегодня права по сносу данного жилого дома предоставлены администрации города. Администрация города наняла подрядчика, который произведет снос данного объекта. К такому повороту застройщик оказался явно не готов и пытался всячески протестовать, но на объект уже зашла бригада. Начали с демонтажа не основных конструкций – это окна и кровля. Следующий этап – это снос конструкций несущих. К работе подключилась тяжелая техника. Сносить дом, нанятая мэрией организация, будет до 15 мая. После застройщик должен будет компенсировать потраченные на демонтаж деньги. В противном случае участок земли, где стоит самострой, перейдет в собственность компании, которая осуществляла снос. Есть и еще один нюанс. Люди, которые говорят, что они якобы дольщики, хотя дольщики – это только лица, которые приобретают жилье в домах, которые строятся по разрешению на строительство. Соответственно, здесь налицо все признаки соинвестирования в самовольное строительство, то есть признаки, ну, скажем так, мошеннических действий. И если данные инвесторы или соинвесторы подадут заявление в правоохранительные органы, соответственно, будет установлен факт незаконного привлечения денежных средств для строительства данного дома. Кстати, только на одной улице Ружейной сразу несколько строек. Вот это, например, приостановлено судом. По другим также идут проверки. А вот этот дом на улице 65 лет Победы, это тоже Имеретинка, также идет под снос. К работе уже приступили. Сценарий общий для большинства самостроев. На земле для ИЖС многоэтажка. Превышение площади застройки налицо. Администрация привлекла организацию, которой мы обеспечили беспрепятственный доступ для осуществления демонтажа данного объекта недвижимости. И с сегодняшнего дня работы по демонтажу данной организации начаты. Всего же в 2017 году администрация города подала в суд 341 исковое заявление о сносе самовольных построек. 108 исков уже удовлетворено. Сегодня в Имеретинке параллельно сносят сразу два дома. Но уже в ближайшие дни подобная судьба ждет и самострой на улице Костромская. Это Адлерский район курорта. Ну а планы администрации города на ближайшие 2-3 недели – это заняться сносом еще трех многоэтажных незаконно построенных домов. Как остановить самострой, что делать с уже построенными незаконными домами? Ответы на эти острые вопросы может дать федеральный закон. Если изменения, которые администрация ждет в ближайшие 2 месяца, будут внесены, то такие самострои будут переходить в собственность муниципалитета. И тогда город уже сам будет решать судьбу каждого из таких домов – достраивать или же сносить. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.